Вологодской области заменят все школьные автобусы, которые уже выработали свой ресурс. Полностью обновить автопарк региональные власти планируют за 3 года. Первая партия уже отправлена в сельские образовательные учреждения. Это 48 современных машин. Все оборудованы тахографом, системой ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. Поедут во все 26 муниципальных районов Вологодской области. Конечно, для многих из нас это праздник. Праздник для наших детей. Праздник для родителей, потому что это безопасность. Безопасность наших детей, которые будут доставляться в наши школы во всех 185 муниципальных образованиях, деревнях нашей необъятной Вологодской области.